У нас вечер. Кто где? Тетя Оля с бабушкой засели на кухне. Чаек пьем. А мы там будем играть в мафию сейчас. У нас на кухне такая дружная компания. Раздавай. Алиса с Назаром уединилась. Да, книжку читаете? Молодцы. Через меня не передавай. А что такое? Она передает и карточки смотрит. Прикольно. Катя, да? Подсунула ведущего мне? Нет, я же при тебе раздала всем получить. Катя, ты мне подсунула ведущего. Будешь пересдавать? Сыграй ты один разок ведущим. Ага. Нет, ты с Алисой там. Это была не моя идея уже. Да, конечно. Нет, ну как подкинуть? Хорошо, город засыпает. Ладно, сниму заодно на видео. А, уже? Да. Просыпается мафия. А мафии вообще сколько? По сути, должно быть две. Три. Только, Даша, осторожно. Так, мафия делает свой выбор. Даша, хватит из конфеты. Пока мамы закрыты глаза, ешь, Даша, ешь. Так, кого? Мафия засыпает, просыпается маньяк. Маньяк. Есть в игре маньяк? Катя, ты. Да, Настя, давай. Сейчас нас убьют, лучше молчи. Так, маньяк сделал свой выбор. Так, просыпается доктор. Кого полечим? Вдвоем, да. Доктор сделал свой выбор, просыпается комиссар. Даша, зачем ты такое сделала? Дай сюда. Комиссар, есть тут в игре? Мафия. Комиссар засыпает. Просыпается любовница. Сними платье, потому что тебе жалко. Кому пойдем? Сними, ты все мокрая. Засыпаем. Просыпайтесь. Сегодня ночью убили Сережу и Костю. Тебя. Офигеть. Родственников мафия. Кем вы были? Даже не лезла. Я врачом был. Говорю еще раз тебе, сними платье. Два врача. Всю медицину выкосили. Кто-то да, вычистил. Короче, здесь где-то подстава. Кстати, скажу тебе по секрету, только не смотри ни на кого. Закрой глаза и послушай. Ты лечил того, кто тебя убил. Ну все, ни на кого не смотреть. Поверьте мне, пожалуйста, что Катя. Я за Катю однозначно. Угу. Катя одна. Катя, ты за кого? 100%. Угу. Нет, Настя нет. За кого? Я не знаю. Да за пожалуйста, Катю. За Катю, честно. Ты можешь меня побить, если мне надо. Либо она вторая мама. Побить? Ты думаешь, ей это надо? Ну, давайте за Катю. Наверное... Не смотри так на меня. Она, у нее гипноз, как и у Лены. Как и у Даши. Я за Катю. Костя. Катя, ты... Второй. Тоже за Катю. Лика. Кать, ну тебе Даша, последнее Катя. Слово. Алиса! Убейте ночью комиссара мафии или маньяка. А где комиссар? Не знаю. Спалилась, что ли? Ты мафия! Посадили мафию. Вот так верь честным глазам. Ну что, город засыпает. Блин, и доктор. Слышали? Город засыпает. Спим. 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 Просыпается любовница. Куда пойдем? Угу. Любовница засыпает. Просыпается мафия. Кого убьем? Угу. Просыпается маньяк. Кого зарежем? Ну, конечно. Угу. И просыпается... А, докторов нет. Просыпайтесь. Сегодня ночью умерла любовница. И сегодня ночью умер комиссар. А что я не ходила? А тебя все равно убили. Итак, осталось вас трое. Вика, Надя и Костя.
Мафия, маньяк и кто-то мирный. Кого мы садим? Я за Надю. Мы так мило поговорили. Я за... Так, за Надю, за Вику. Да понятно, что я тоже как бы одного из вас. Да, за Вику. Ну выбирай, Надя или Вика. Вика. За Вику. У тебя последнее слово. Ты что так говоришь? Мафия. Пока за... Маньяк победил. Вторая. Слышь, ты за меня голосовать. А теперь маньяк победил. Костя победил. Да? Маньяк! Сержант! Маньяк победил. Я Вику лечу, понимаешь, и она меня мочит. Да, а ты такой добрый. Пришел полечить и на тебе. Вы хотите клип на эту песню снять? Да. С ума сойти. Ла-ла-ла-ла. Еще карточка одна. Разыгрались мы в мафии. Раутоша лежит. Да. А кто у нас позвонил? Он уже тоже. Давайте делать ставки. Лопнет Олеся шарик или нет? Нет, не лопнет. Не лопнет? Кто не знал, не знаю, возможно. Врач, медбрат, любовница, комиссар, маньяк, бессмертный, мафия. А, у Лены он лежит. Шо? Там мирный житель лежит и ведущий, они не нужны. Знаешь, ты ждешь, снимаешь, пока у него шарик лопнет. 8. А, ведущий, все правильно. А, нет, там ведущий с ведущим. Ну, экзамен что-то скинули, я не проведу. Я тоже не проведу. Ну, пускай кому выпадет, давайте, Надь. Ну давай. Катя, боже мой. Как тебе идут эти ушки? Ой, город засыпает. Спим. Спим, 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 спим. Просыпается Мафло. Ой, а я вообще не посмотрел, кто я, где. Ну смотри. Мафло. Так, спим. Засыпаем. Просыпается мафия. Знакомится. Кого убиваем? Меня? Ну хорошо, у вас нет ведущего. Никакое не выгодное положение было. Так, хорошо, мафия сделала свой выбор. Просыпается маньяк. 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 Так, просыпается комиссар. Кого проверим? Просыпается любовница. И просыпается доктор, да? Угу. Просыпается бессмертный. Угу. Так, просыпайтесь. Сегодня ночью убили Вику. Отомстили за прошлую игру. Кто? Медбрат, как всегда, в первую ночь медбрата убирать. Смотрите, у нас самый первый улетает. Да. Опять, походу, бессмертная мама. Как-то стало. Ну да, непонятно. Любовница ходила, мог доктор полечить. Ты вариант. Что же ты смотришь? Как Пеннивайз. Ну что, за кого? Я за Катю. Вот почему-то всегда или Катя, или Настя первая. Ты заметила? Постоянно. И что? Нам тепленько. Как Змей Горыныч двухголовый, да? А Сережа с Ларисой тоже вместе сидят. И вы сидят. Под одним одеялом. Посмотрите, Змей Горыныч двухголовый. Сейчас третью приделаем. И мама с папой вместе. Ладно. На меня, хорошо. Я за тебя голосую. Слышишь? А что это меня взгляд? Я за тебя голосую. Вот Костя мафия. Да, спасибо. Надя. Костя мафия. Надя мафия. Нет, это Костя мафия. Ну ладно, на Сережу. Слышь, у меня взгляд злой. А я говорю, ты мафия. Я говорю, что ты мафия. Ты знаешь, что ты мафия. Слышишь? Он меня ведьмой обзывает. Блядь, все женки видят, короче. Ты мафия. Ну что вы там решили? Кать, за кого? Не за Катю. Вы что? Катя по-любому кто-то. Или маньяк. Ну я тоже. Кто-то вообще не знаю. Ладно, я тоже за Катю, да. Я за Катю.
Я за Костю. Ну это там уже. А ты за кого? За Катю. А ты? Да. Сейчас все в глаза. Я нормальный. Не надо мне. А что ты шарахаешься? Потому что она меня обвиняет. Потому что я до Кости. Она меня просто вывела из себя. За кого? За Костю. Вот. Два за Костю и три за Катю. А я вам серьезно говорю. Последнее слово. За меня 4. Хорошо, смотрите. Если бы я была мафией, у меня был бы человек, с которым бы я была мафией. Я тебе верю. И он бы сейчас за меня не голосовал тоже. Почему? Да, а Надя просто с дядей Костей спорили, поэтому я отсюда. Не, потому что обычно пытаются оправдать. Если есть две мафии, всегда надо постараться оправдать. В последнее время уже начинают голосовать против друг друга. Да, обычно хватит себя по это. Ну, у нас есть хотя бы один человек. Подозрение. Еще варианты. Они просто спорили между собой. Еще варианты. Еще варианты. Потому что он сказал, что первый ночь. Оставайтесь среди меня, у вас вообще не может быть. Почему? Может быть только у комиссара, если он меня это намерил. Но говорить он об этом не может. Подожди, убили вам Катю, Катя. Убили только одного человека. Может быть, он мог полечить доктор, походить любовница или убить любовница. Три варианта. Да. Ну так все. Подожди. Если даже любовница ко мне и пошла, да? Припустим, я сержант, которого здесь нет. Любовница пошла на меня, я не ходила, потому что я бы, в принципе, ночью не ходила. В это время какая-нибудь мафия била бессмертного, и он не походил. И любовница подумала на меня. Второй вариант. На меня ходила любовница. Третий вариант. На меня ходила любовница. Короче, я уже забыл первый, подожди. Повтори первый, я забыл его уже. Не важно, главное, что он есть. Ну я за Катю. Подожди, я тоже не убедила. Знаете, видно, что математик, такие логические цепочки, молодец. Мафия? Нет. А что? Маньяк. Ну, разбиралась тут такие схемы, чертки. Маньяк. А маньяк, я не все. Я говорила, ну, как это ты меня ночью не видишь? Я тебе верила. Мафия. Так, ну что, город засыпает. Спим. Спим. Конечно. Город засыпает. Да вы что? Засыпаем. Можно разговаривать с закрытыми глазами? Опять я тебя не узнала. Засни. Привет. Спи. Так, просыпается мафия. Спасибо. Тебя у вас кого убивать? Девчат своих тоже там поздравляю. Мафия сделала свой выбор. Просыпается, а маньяка уже нет. Сегодня? Просыпается комиссар. Еще одна? А, просто день рождения, господи. Просыпается любовница. Любовница. Я понял. Ага, я поняла. Ну я тогда тебя вообще поздравляю, у тебя двойной праздник. Просыпается, ну забыла. Просыпается доктор. Ничего, нормально, вы как? Просыпайтесь, все живы, все живы. Красота. Ты, тебя я так и не видела уже. Все живы. Не все, я мертва. Тебя посадили. Меня... Ты за решеткой, ты не мертва. Она в тюрьме сидит. Нет, она в тюрьме, да. Я поняла. А, так я жива? Ну да, в тюрьме. Я тебе верю. Я из-за решетки могу срать. Я за Костю опять? За Костю. Он мне сказал, что у меня глаза злые в первом раунде. Я ж тебя люблю. Ну, я не знаю. Кто тебя поцелует, теперь будет обвинять. Ты за меня? Пацаны, да. Заодно. Слышишь? Там легко, да, можно. Так, ну что, за кого? Я за Костю. Я еще думаю. Поняли уже. Старшего. Ты? Я за это. За Костю младшего. Я за Надю. Опять же, какая-то хрень идет. Все против друг друга. В прошлый раз было. Мне это не нравится. Перестаньте. Говорю тебе за него. Мы мафии специально друг друга обвиняли. Что у меня не было. Нет. Шикарно, кстати, была. Конечно, выиграли бы. Я поняла. Она уже, второй раз меня с самого, ну... Потому что ты мафия. А ты за кого? Спасибо большое. Да я вот сам ты что за... Я тебе говорю, за Костю. Да, я за папу. Один раз послушайте меня. Мам, не надо за него. Завтра в 11:00. Так, подожди. Посадим? Пап, сейчас пап. Ну то сколько вас? Три за него уже. Три? Да. Аргументы, вы аргументы. А ты тоже не меняешь. Говорила, аргументы. А ты за кого? В прошлый раз доктора порешили. У меня аргумент, что я доверяю Сереже, и Сережа голосует за тебя. Я доверяю Ларисе, она тоже тебя. Вот мой аргумент. Смотри, Кай, всем доверяю. А что ты так доверяешь? А вот так получилось. Алиса?
Костя. Я говорю, вот Костя. У нас честная глава. Может, Костя и вторая мафия, подожди. Ну, да сейчас... ты не голосовал. Да. А. Костя, меня... Костя, Костя. Костя. Тебя, короче, так, ну у тебя последнее слово. Костя, Костя. Потому что у меня чуйка. Ну, все, я на тебя обиженный. Мафия? Да. О, охренеть. Город засыпает. Ну ладно, прости. Я ошибалась. Город засыпает. Все равно я за тебя. Просыпается любовница. Угу. Любовница засыпает. Просыпается мафия. Угу. Просыпается комиссар. Все, просыпайтесь. Все живы. Я за Костю. Я тоже. Я тоже. И я за Костю. А ты, Надя? Я понимаю, мирное время. Надя. Мне теперь его жалко стало. Давай. А чего бы нет? Мне стало его теперь жалко. Да здрасте, включи воздух. Такое ощущение, что третья мафия тут есть, Надя. Да нет, так подожди, я с самого начала задела. Это специально сделала. Ну, это что, давай. Она мафия. Я с самого начала задела. Ну, я сначала за него голосовала. Это она мафия просто, она специально задевает. Слышь, карточку давай, давай, голосуй, что отключается-то мозг твой? Он поцеловал меня. Вот так вот у женщин бывает, понятно? Да. А что я не делаю? Куда так спешит Алисенька? По-взрослому так поднимается. Молодец. Молодец. Ножками поднимаешься. Умница. Ты спешишь на батут к деткам, да? Очень молодец такой. Назар, Даша, Алиса к вам идет. Давайте мячики, наверное, тоже уберем. Алис, что это? Привет! Когда ей исполнится 5 или 6 лет, то мы ей расскажем счастливые минуты ее жизни в один годик. Она на видео может посмотреть. Да, и на видео тоже. Ага! Ух ты, боже, Назар, Назар, не надо так сильно. Алис, ты себя вспомнишь, когда будешь старше? А, Алисочка? Да. Вспомнишь? Да. Хорошо, папа. Тихо, тихо. Я тоже за Вику. Опа. Опять молчит. Не, не достанет. Высоко. Так скажи, что там. Я сказала, я за Катю. Черт. Я уже оправдываюсь. Я за Вику. Ну, я завидую. Да ладно, я тоже теперь. Что ты молчишь? Она сказала. В смысле? Ты что молчишь? Ты за кого? За Вику она сказала. Да, я тоже не слышу. За Вику? Да. Все, я сдаю карту. Да. А ты его нет. Блин, Катя, ты прям провидица. Она когда кушает, у нее лучше мозг работает, походу. И она раз такая, раз и все выдает. Ну, погнали дальше.
Так, все. А кого посадили? Маньяка. Маньяка. А ты тоже? Ведущая. Я ведущая вообще. Ведущая, кого посадили? Я наблюдаю, как Серега садится. Так, одно зло ушло, да. Одно удовольствие смотреть. Дюк. Город засыпает. Просыпается мафия. Кого убиваем? Угу. Мафия сделала свой выбор. Просыпается маньяк. А, маньяка уже посадили, да? Просыпается любовница. Ты убили ж. Ага, убили. Просыпается комиссар. Засыпает. Просыпается доктор. Угу. И вроде все, да? Просыпайтесь. Сегодня ночью убили Ларису. Она оказалась маньяком. Нет, я маньяк, комиссар. Да. Так маньяка уже посадили. А, да? Я за Катю. Зараза, усё сидит. Тихо. Не, я его не проверяла. Хорошо, подождите. Стойте, похоже, Надя. Смотрите, любовницы нет. Комиссара убили. Подождите, любовницы нет, комиссара убили. То есть вы не можете точно знать, кто это, 100%. Я а мафии ночью ходили. Ты грохнула маньяка. На нее сказала. Я еще на кого она? На Серегу, да? Я не говорила на дядю. За кого-то еще, короче. Она только за Вику. Я только за Вику сказала, и все. А за вы не можете знать точно. Потому что я почувствовала, я же говорю. У меня здесь руки стояли, я хуже пыталась. Не знаю, мне кажется, что это Катя. Нет, я за Катю. С этой стороны просто я всем по этому. А мне что-то, вот Лариса на Костю что-то пнула. Мне кажется, я за Катю. Не, она просто, ну... Надя сразу пошла, Костя сразу Костя держал. Хотя знать точно они не могут. Надя, кажется, да, Костя. Ну, Надя точно. Настя, послушай, пожалуйста, если ты не мафия, послушай меня. Я не мафия, я думаю, что это Катя. Если мы сейчас неправильно посадим, то мы проиграем, потому я что тебе серьезно. Две мафии. Ну, давай попробуем лёд посадим, а потом сажайте меня. Я даже думаю, что я мафия. Что там Алиска рассказывает так долго? Она говорит, кто мафия. Ну, вот я думаю, что это Катя. А она знает слово Катя, я не говорила его. Ага. Она знает мафия. Она Катя умеет говорить. Скажи Катя. Катя мафия, да? Скажи, смотри, смотри. Не, не грызи. Алис, скажи, Катя. Короче, я думаю, что это Катя. Катя, скажи, Катя. Ну, скажи. Расслышали? Не вери, она актриса, я тебе говорю. Она как и Дашка. Настя, смотри, Настя ударится сейчас затылком. Об угол стола. Она пытается. Я тебе серьезно говорю. Ну, поверь мне. Ну, то прикол, я бы тоже. А что ты серьезно ему говоришь? Вы, наверное, оба тут и гасите всех. Да, это... А потому что ты вторая мафия. Я еще же думала. Я тоже, кстати, думал. Или Костя, короче, или... Я за Катю. Или Катя. Посадим Катю, потом посмотрим на Костю. Я за Катю. Я за Катю. Надя. Не, я тоже думаю, что это Надя. Ой-ой-ой, держите. Ой-ой-ой. Защита. Боже, какой кошмар, опять на мне. Настя, ну! А что у нас происходит? 2 на 2? Вообще, да, я еще не голосовала сейчас. А 2 на 2 сейчас, да? Ага. И уже 2 на 2. Да, я тоже думаю, короче. Катя. Но за Настей решающий. Я тоже думаю, что это Катя и Настя. Ой, ну да. Костя. Да Костя. Ну вы проиграете, если блин, чё я не голосую? Я забываю. Потому что ты уже знаешь, включи что. Включи свою интуицию. Не знаешь? А, ты тоже это. Я знаю. Настя, ну давай скорее. Хорошо, я за Катю. Ну подожди. Показывай карту, подожди. У нее вообще нет оснований за меня голосовать. Любовницы нет, комиссара нет. Она я не понимаю, у тебя тоже нет оснований никаких. Да, но я за нее не начала голосовать. Ну, мне хочется за тебя. Костя начала переть. Настя, Лариса, комиссар там вон бякнула. Вот он сидит, зараза. А чё, я не проверяла его, кстати. Костя, я тоже на Костю думаю. Но за Надю я не уверена. И плюс он сразу начал... Давайте за Костю втроём. Давай за Костю. Все перебьют тогда. Я тебе говорю, серьезно, ну поверь. Так, Костя, Костя. Я думаю, что ты. Я на тебе почти... На тебе три голоса, Надя, ты. Ну видишь. А потом у вас, короче... За Катю. Смотрите, сейчас завалит меня. То есть вы меня выбьете.
Потом еще кого-то завалят, и все, мафы выиграли, короче, вот и все. Тетя Надя начала на меня голосовать, хотя у меня не у меня было причин, подозрение. А вы сразу же ее... Так, хотели. Давайте, нет, все, кто за кого? А у вас просто подозрение. Настя за Костю, Катя? Я Костя. За Костю. Костя, Костя, три на те три голоса. На те три голоса. Брыкайся. Давай, сдавайся. Я уже говорил. Сдавайся. Брыкайся. Смотрите, я же говорю, если сейчас, ну, убедитесь, вот, я мирный житель. Смотрите, какая ситуация вы происходит. Не просто не возьмут потом... Убьют еще одного мирного жителя и все, и проигрыш. Кость, так в любой ситуации кого не убьют, да, то знаете. Да, тебе любому нужно... Да, а потому что его жена, наверное, послушал. Нет, ну, это вот, так не вот сейчас у нее глаза не злые, ну, на самом деле. Кто кого поцеловал в прошлый раз, давай. Тут одни, слушайте, царевны... Ну что, не передумали? За Катю, подождите. За Катю голосуйте, ну, по-любому. Не, ладно, за Костю. Все, отдавай карточку. Медбрат. Да ёлки, ну что я такая тупая? Ты поддаешься влиянию, ты поддаешься влиянию. Меня сейчас грязная. Город засыпает, засыпаем, спим. Просыпается мафия. Катя коза, блин. Кого убиваем? Мафия засыпает. А кто у нас еще кто-то остался? Нет. А, доктор. Доктор. Просыпайтесь. Все живы. Катя! Катя! Катя моя тонатина! Да, конечно! Ну, два на два засыпаем. А, так это... Просыпается мафия. Доктор, лечи себя. Просыпается доктор. Понятно, так это бесконечно так будет, слушай. Просыпайтесь, все живы. Меня не убьют. Никто не выиграет и не проиграет. Да не, рано или поздно кого-то убьют. Она просто не попадет. Доктор не попадет. Но она не будет знать, себя лечить или тебя. Она всегда себя будет лечить. Ну только что тебя вылечила. Мы говорили, потому что у нас... Ну да, вообще. Надя, ты чего? Так она тебя спасла. Ну да, тебя били. Она бессмертный, Настя. А, она тебя сейчас лечит. Ну блин, она бы все равно... Ну да, она Надя не знала, что она бессмертная. Я не знала, что ты бессмертная. В такой ситуации мафия выигрывает. Я один раз лечила себя, потом тебя. Да. В такой ситуации мафия выигрывает. Я думала, было понятно уже. Ну слушай, остается две мафии. Она доктор, и остается Если бы Надя знала, что она бессмертная, то может и ничья, она не знала, поэтому... Ну, да. Капец, надо еще раз. Лариса рано умерла. Даже на расстоянии. Так потому что меня убивают. Катя с папой выиграли. Я первый умер вообще. Так, я не поняла, пахалами судья мужики должны вообще так быть. Правильно, мужики должны махать. Бывает, я, да, ты и меня. Я тебя. Зачем ты пул? Я сегодня бессмертный. А сколько часов осталось до 9 марта? Не знаю, но у меня минут 5 жизни точно. Пара часов еще отмучаться. Ой, прям замучились. Давай, я снимаю. Давай сюда. Ух ты! Ух ты! А тут еще кто? Боже, испугала! Не, Назар, он провалится, ты что? Весь вечер мы проиграли в мафию, представляете? Да, мы уже да. Потушили свет, чтобы Алиса спала. Включили фонарик и играем дальше, нам интересно. Мне кажется, вот две мафии. Нет, маньяк остался. Все, понятно. Ну, маньяк. Две мафии. Сколько? Ну, блин, запутался. Просто все. Давай, показывай карточку. А ты, да как, за кого? За Надю. Кто? Маньяк. Я маньяк. Слышишь?